А правду говорят, что копыто приносит счастье. Ну, если ты прибьешь его к копыту и будешь пахать как лошадь, тогда да. Дорогая, в этом году я исправился и вовремя выкинул елку. Ты даже не успела меня упрекнуть. Как? Ведь я же купила искусственную! Доктор, вы мне и про лечение, и про болезнь наврали! Так я и не доктор, я врач. Как называется, когда блондинка красится под брюнетку? Искусственный интеллект. Жрать хочу. Мадлена, женщины кушают, а не жрут. Кушать я хотела 8 часов назад, сейчас жрать хочу. Доктор, за мной все время следует несколько тысяч человек. Что со мной? Да, у вас, патенька, Твиттер. Я угостителей там напитком. Я женат. Прости, я не знал, бедненький, купить тебе что-нибудь. Как остудить слишком горячий чай? Как быстро остудить слишком горячий чай? Заходим на секундочку в интернет, и чай горячий. И опа, чай холодный. Блинчика. Я и не представлял, что ты такой замечательный мужчина. Ну, спросила бы меня, я бы тебе сказал. В отличие от тебя, я человек культурный и образованный. Ты Мцыри знаешь? Ну, может, встречал где-нибудь, а так не помню. Блинчика. Мой внук очень хорошо рисует. Я устроила его в школу с художественным уклоном. А наш Вовочка ходит в обычную школу, но с математическим уклоном. А как такое возможно? Уклоняется от математики. А вот моя жена всю жизнь страдает из-за своих убеждений. Она у тебя что, такая идейная? Убеждена, что она может носить туфли 32 размера. А какая разница между лихим водителем и яйцом? Яйцо сначала смятку, а потом крутое. А водитель наоборот. Назови одно лишнее слово среди 4 слов. Стол, стул, кресло, Lexus. Ну там 3 лишних слова. Подписываемся, кликаем на колокольчик.